Всем добрый день, меня зовут Наталья Невзорова. Сейчас мы находимся в офисе Oriflame в городе Котлас на Луначарского 10. И сейчас я хочу ответить на один вопрос, который очень часто задают нам клиенты. Это вопрос о том, а вообще, что такое дисконтная карта Oriflame. Вот у меня в руках здесь находятся дисконтные карты наших крупных магазинов. Центральный, Адмирал, Лазурь, Эффект, Омега, Камтел и Абсолют. Во всех этих магазинах когда-то я приобретала продукцию. Ну и до сих пор сейчас приобретаю. Почему? Потому что у меня есть дисконтная карта. Но какую скидку дают эти магазины? Предположим, магазин Адмирал, карта дисконтная у них стоит 200 рублей, я за эту сумму ее покупала, скидку дают только 2%. Магазин Центральный, карта дается при определенной покупке, видите, она у меня уже старенькая, и скидочка тоже, по-моему, 2%. Значит, в магазине Лазурь, я даже не знаю, какая скидка, потому что здесь ничего не написано, и так далее. То есть, одна из больших скидок у меня в магазине Эффект, вот 5%, вы видите, здесь нарисовано, а все остальное, это очень-очень маленькие скидки, примерно 2%. Oriflame, это точно такой же магазин, магазин косметики, только он находится не стационарно в каком-то здании. А косметика здесь продается посредством прямых продаж. Что это значит? То есть есть компания, которая производит продукт, это компания Oriflame. Компания эта шведская, и офис у них находится в Стокгольме. И эта компания имеет сеть складов. То есть у нас в России 13 филиалов, которые продают косметику этой фирмы. Соответственно, те, кто приобретают косметику по ценам каталога у консультантов, они не имеют никакой скидки, кроме той, которая пишется в каталоге. Вот приведу вам пример. Предлагаются туалетные воды. Туалетные воды предлагаются вот по такой цене. То есть компания для своих клиентов, которые покупают продукцию по каталогам у консультантов, она предлагает вот такую стоимость продукта. Вместо 1060 рублей туалетная вода в этом каталоге будет стоить 699 рублей. Но если вы оформляете дисконтную карту Oriflame, а выглядит она вот таким образом, ваши данные заносятся в компьютер, то есть в базу данных компании Oriflame. Эти данные являются конфиденциальные, информация никуда больше она не распространяется, потому что я уже 10 лет работаю в компании, и я это с точностью и уверенностью вам могу сказать. И вам присваивается уникальный номер, значит, на этой карте пишется ваш уникальный номер, пишется ваш пароль доступа на персональную страницу на официальном сайте компании, и вы сразу получаете скидку минус 18% вот от этой цены, которая уже написана в каталоге. Получается, что если вы оформили дисконтную карту Oriflame, то продукцию приобретать стало еще выгоднее, то есть скидка более глубокая, и, соответственно, вы экономите. А если вы экономите, для своей семьи вы зарабатываете, так как сэкономленные деньги можно потратить на продукты питания, можно потратить на какие-то любые другие вещи. А представьте, сколько продукции мы используем косметических фирм. Вот где вы покупаете эту продукцию? Задумайтесь сейчас. Я до знакомство с компанией Oriflame, до того, как я увидела каталог, я покупала точно так же продукцию, как и вы, в большинстве, я покупала ее в магазинах. То есть я приходила в магазины бытовой химии или там косметические, покупала продукты, но никогда мне там не предлагали скидку, тем более такую большую, 18%. А если мы посмотрим по стоимости продукты, которые продаются в наших каталогах, например, продукты ежедневного спроса, это шампуни. Шампуни. И вот давайте сейчас посмотрим на этой страничке. Вот шампуни для окрашенных волос идут. Вот, например, я пользуюсь этой серией. Они стоят 149 рублей. Это, в принципе, точно такая же цена, как цена у шампуней в магазине. Хорошего качества шампуней стоит вот столько же. Но когда вы оформляете дисконтную карту в компании Oriflame, вам компания сразу дает скидку 18%. А в магазине вам такую скидку уже не дадут. Получается, покупать
продукты ежедневного спроса выгоднее в каталоге Oriflame. То же самое я вам могу сказать и о мыле, и о гелях для душа, и о средствах ежедневной гигиены, таких как зубная паста или для мужчин, например, пена для бритья. Вот приведу один из примеров. У меня у мужа есть знакомый, который пользуется кремами компании Арка. Он покупает тюбик крема, примерно стоит он 40 рублей, и хватает ему при ежедневном использовании на неделю этого крема. И когда мой муж сказал о том, что есть пена для бритья в компании Oriflame, можно покупать их, на что он сказал: «Ой, сколько у вас стоит пена?» Он говорит: «Ну вот сейчас давайте в каталоге посмотрим, 239 рублей, с учетом скидки 18%, пена будет стоить 195 рублей для моего мужа». И мы посчитали выгоду от использования пены. Знакомый тратит на бритье в день 5 рублей 70 копеек, а мой муж тратит на бритье в день 4 рубля 35 копеек. Почему? Потому что пена гораздо дольше используется. Мой муж пользуется пеной в течение 1,5 месяцев, а знакомый пользуется кремом в течение 1 недели. Поэтому выгоды здесь очевидны. Мы бы даже посчитали выгоды, которые получает мой муж в год. То есть он экономит 500 рублей в год. Пусть это не очень большая сумма, но это всего лишь можно сэкономить на одном продукте, на пене для бритья. А куда потратить сэкономленные 500 рублей, я думаю, что вы решите сами. Итак, вот один из примеров. Какие еще выгоды получает человек, когда он оформляет дисконтную карту компании Oriflame? Вот вы видите, здесь под каждым продуктом пишутся вот такие циферки, маленькие, черненькие. Написано 14 ББ, 19 ББ, 19 ББ и так далее. То есть это накопительная система баллов. Есть программа лояльности для клиентов, и это очень и очень выгодно. Кроме того, что вы пользуетесь продукцией компании Oriflame со скидкой 18%, вы накапливаете баллы, и как только ваши баллы переступают порог 100 баллов накопленных, или 200 баллов накопленных, или 300, или 500, вы можете обменивать эти баллы на подарки. Где их обменять на подарки? На сайте компании, на официальном, когда вы под своим номером дисконтной карты входите сюда и попадаете на свою персональную страничку, начинаете размещать заказ, и там сразу, как только у вас баллы накопились, у вас выпадает сразу список с подарками. Подарков очень много. Например, в этом каталоге очень большой популярностью пользуется такой подарок, как тушь 5 в 1. Очевидный эффект. То есть это тушь, которая пользуется вообще огромной и бешеной популярностью в компании Oriflame. Ну и сейчас она идет всего лишь за 1 рубль. Вы можете ее добавить в заказ. Поэтому оформляйте дисконтную карту компании Oriflame, получайте скидку 18%, накапливайте баллы и обменивайте их на подарки. А для тех, кто хочет зарабатывать, мы поговорим об этом в следующем видео. Большое спасибо за внимание. С вами была Наталья Невзорова.